Приветствую всех на моем канале «Петельки из Амстердама». Все о вязании для начинающих и опытных рукодельниц. Сегодня по просьбе одной из моих подписчиц мы разберем с вами узор под названием «Килим». Это узор номер 111 из книжки Норы Гоун, вот с этой книжки. Рельефный узор из перекрещенных петель. В принципе, все узоры основаны на двух способах перекрещивания петель влево и вправо. Кое-где присутствует скрещенная петля и накиды, но это как бы мелочи. Основные — это пара петель перекрещивается или вправо, или влево. Перед этим я рассматривала узор из этой книжки. У меня есть на канале несколько вариантов различных узоров. Это такие, как, скажем, там тройной ромб, крестики-нолики, заполненный ромб, шотландская клетка. Но они были немножко попроще в том плане, что перекрещивания происходили только в нечетных рядах. А четный ряд мы вязали там изнаночные, лицевые, но не перекрещивали петли. В этом узоре требуется перекрест петель и в четных рядах. Я попробовала разобрать эту схему. Я сидела, я разбиралась, как перекрещиваются петли с изнаночной стороны. Это довольно сложно и муторно. Хотя потому, что вы не видите, что у вас получается. Вы все время должны переворачивать узор и смотреть, правильно легла петелька или неправильно легла петелька. Поэтому я для себя решила, что вот эти более сложные узоры я не буду вязать поворотным вязанием. Я их буду использовать только при вязании по кругу. По кругу все намного проще. Тем более, что в книжке, вот при разборе вот этого узора, я даже нашла опечатки в схеме. И поэтому мне самой пришлось немножко исправить. Но не страшно, как бы я это сделала. Сейчас я вам покажу. Вот этот узор, посмотрите, как он красиво, конечно, смотрится. Он даже название такой килим, что-то восточное, да? Он также и смотрится, вот такой вот красивый узор. И мне кажется, вот его как раз на всю, по фону всего изделия использовать и не стоит. Его можно использовать только вот как акцент. Вот, например, как вариант, вот уже я по кругу связала этот образец, я вам сейчас покажу, расскажу. Ну вот как одна из идей, пожалуйста, это уже вот по кругу можно сделать шапочку. И на шапочке использовать, или вот, скажем, два симметрично, два раппорта этого узора, здесь и здесь. Или просто один посерединке. Вот, пожалуйста, здесь свяжите резиночкой 1 на 1 и закончите резинкой 1 на 1. И вот у вас уже будет готовая идея шапочки. Также это можно использовать, я не знаю, впереди по изделию до проймы. Когда вы вяжете, просто по кругу тоже такие можно вести. Ну, неважно. Дальше это вы сами разбираетесь, как вы захотите его использовать. Я буду сейчас вам покажу немножко, как вяжутся основные петли. Единственное, что я хочу сказать, значит, раппорт этого узора по ширине — это 34 петли, а высоту, знаете, высоту тоже 34 ряда. Как бы туда 34, сюда 34, но он не смотрится квадратом, он как же немножко вытянутый. Вот его схема. Вот я эту схему разработала. Даже свое обозначение ввела, мне так даже проще, чем в самой книжке. Значит, вы можете эту схему вот распечатать, сделать снимок экрана и распечатать. Тогда вам будет проще. Значит, все обозначения здесь понятны. Лицевые петли, изнаночные петли, вот это перекрещенная петля. А все остальное, это вот как раз, если стрелочка влево, это перекрест двух петель влево. Стрелочка вправо, перекрест всех петель вправо. Все, здесь ничего сложного. Главное научиться вот этот, вязать этот элемент и быть внимательным просто по схеме. Значит, что мы сейчас с вами делаем? Я вам в первом ряду как раз вот покажу, как вот делаются эти перекрестки. Перекрещивание петель вот как раз здесь есть влево и есть вправо. Значит, я беру свой образец. Вот, который я вязала. Я вязала его специально по кругу, чтобы вам показать, как это делается по кругу. Видите, вот у меня 34 петли, я набрала 100 петель, и я вяжу по кругу, чтобы можно было хорошо показать, как вяжется этот узор.
Вот сейчас я один раппорт узора этого связала. Значит, здесь у меня связано уже 34 ряда. И теперь мне надо начинать опять с первого ряда. Значит, как мы с вами будем делать? А, еще. Я буду сейчас показывать, как вяжется классическим способом. Я вяжу петли классическим способом. Для вязания бабушкиным способом немножко отличается. И я потом в конце покажу, как надо делать бабушкиным способом. Значит, здесь я вяжу обыкновенным рисом. Ну, это я просто как фон сделала. Сейчас я довяжу до маркера, где будет у меня начинаться мой раппорт. Так, вот отсюда начинается мой раппорт. Вот мы берем первые три. Это значит у меня... И еще хочу сказать, вот эта первая петля по схеме, это как бы уже идет... Просто раппорт начинается отсюда. Если вы будете вязать раппорт за раппортом, тогда вам надо начинать отсюда и здесь уже следующий начинать. Я связала один раппорт, чтобы он хорошо сидел. Одну петельку дополнительно я сделала, да? Значит, сейчас я буду вязать первый ряд. Вот у меня первый. Так, значит, у меня три лицевых. И потом у меня идет вот это перекрещивание мое влево. Так как я вяжу классическим способом, у меня, если я просто перекрещу влево, видите, петли лягут некрасиво, они будут перекрещенные. Поэтому для классиков надо сначала снять две петли, перевесить их за заднюю стеночку. Вот видите, поменяла их стенки местами. Потом я провяжу только вторую петлю и потом две петельки вместе. Вот у меня получился красивый перекрест влево, петельки красиво легли. Дальше я смотрю, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 лицевых петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И теперь мне надо сделать перекрест влево. Влево для классиков. Ничего менять не надо, стенки менять не надо. Просто берете две петельки, вяжите их вместе. И потом, не снимая со спицы, первую петельку провязывайте еще раз. Вот у вас будет перекрест влево. Тоже посмотрите, как красиво легла петля. Дальше у меня по схеме опять 12 моих лицевых петель. Ничего, абсолютно ничего сложного. Да? Главное, внимательно следите за схемой. И вот эти научитесь делать эти перекрест, и все будет у вас. Значит, я связала. Так, сколько я связала? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 петель. Теперь мне надо опять перекрестить эти мои петельки влево. Для этого я опять их снимаю. Две петли. Я их снимаю. Перевешиваю за другую стеночку. Потом провязываю сначала вторую и, не снимая, провязываю две вместе. Все, у меня тоже теперь будет идти туда. И окончание идет у меня 2, 3 лицевых. Дальше я вяжу опять до конца весь мой ряд просто обыкновенным вот этим рисом, как хотите его назвать, когда я меняю лицевую на изнаночную, изнаночную на лицевую. Я сейчас довяжу этот ряд до конца, и чтобы начинать с первого ряда, мы потом с вами встретимся. Второй ряд. Еще раз покажу вам просто, как вяжутся вот эти две группы петель, и вы дальше будете связать все сами. Значит, второй ряд у нас опять 2 лицевых, потом идет перекрест вправо. Значит, вправо, как вы помните, мы ничего не меняем, мы просто провязываем 2 вместе и потом первую петельку еще раз самостоятельно. И опять у нас идет 12 петель лицевыми просто. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Теперь что мы делаем? У нас идет 2 петельки с наклоном вправо, мы ничего не меняем, 2 вместе связали и
потом одно отдельное. И теперь две вместе влево. Здесь нам надо поменять, вот видите, мы их пересняли. Теперь мы меняем их, вешаем за другую стенку, провязываем сначала вторую и потом две вместе. Все. Вот видите, у нас получился уже вот этот перехлёст, который идет у нас по рисунку. И дальше все так же вяжьте по схеме. Ничего сложного здесь нет. Единственное, я сейчас покажу вам, как вяжется вот этот значок, эта перекрещенная петля. Просто я вот на свободном поле ее покажу. Вот, допустим, вам в эту петельку надо связать перекрещенную. Вы ее снимаете, тоже вешаете ее за другую стеночку. И потом вот за эту стеночку ее и провязываете. Вот она будет у вас перекрещенная. И так все время, вот когда у нас ряд есть, все время вы снимаете и провязываете ее через за другую стеночку. Вот, в принципе, и все. Здесь ничего сложного нет, только, как говорится, терпение и внимательность, да? Вот. Берете схему и по схеме все делаете. В описании к видео я еще раз оставлю вам текстовое описание, как вязать эти петельки. Вы можете даже просто читать, если у вас не получается посмотреть по видео. А сейчас я покажу, как я обещала, для тех, кто вяжет бабушкиным способом. Значит, смотрят меня только те, кто вяжет бабушкиным способом. Как перекрещивается петель, какая разница. Вот смотрите. Я связала образец бабушкиным способом. Здесь у меня петельки все висят за заднюю стеночку. Поэтому, чтобы связать, допустим, перекрест вот этот вправо, значит, что вы делаете? Для тех, кто вяжет бабушкиным способом, видите, у вас уже петельки здесь висят по-другому, да? Поэтому, если вы просто возьмете две вместе, будет все перекошено. Поэтому для вас в этом случае вам надо сейчас снять петельки и поменять стеночки. Вот, когда вы меняли стеночки, вы просто вяжете две вместе и одну. Это при повороте вправо. При повороте перекрещивания влево, вот смотрите, у вас уже все петельки висят так, как вам нужно. Поэтому при перекрещивание влево при бабушкином способе вам как раз перевешивать ничего не надо. Вы сразу берете провязывать сначала вторую, а потом две вместе. И все. И у вас тоже петельки красиво ложатся. Здесь ложится вправо, а здесь ложится влево. Вот и все, что я хотела вам на сегодня показать. Поэтому, если вам этот узор понравился, если кому-то нравятся именно такие вот восточные мотивы, вы можете взять на вооружение этот узор. А я буду очень рада, если смогла вам в этом помочь. На сегодня все, что я хотела вам показать. До новых встреч. С вами была Светлана. Пока-пока.